Father, in the name of Jesus. Отец, во имя Иисуса. Thank you so much. Большое спасибо. For the privilege of being your children. За привилегию быть твоими детьми. Thank you, Jesus. Иисус, спасибо. For the great work that you did for us at Calvary. За великую работу, которую ты совершил для нас на кресте. Our souls. Спася наши души. And bringing us into your beloved kingdom. И приведя нас в свое возлюбленное царство. Tonight, Lord God. Господь Бог, сегодня вечером. We ask that you would speak to us again. Мы просим, чтобы ты снова говорил к нам. Not yesterday's word, not tomorrow. Слова не вчерашние и не завтрашние. But what you're saying right now. Но то, что ты говоришь прямо сейчас. Spirit of the living God. Дух Бога живого. I ask. Я прошу. That you would fill this auditorium tonight. Чтобы ты наполнил сегодня вечером этот зал. Give me your words. Дай мне твои слова. Not only your words, but your heart to deliver it. И не только твои слова, но твое сердце, чтобы их передать. I acknowledge my utter dependence upon you. Я признаю свою полную зависимость от тебя. Let it be tonight as if Jesus was speaking to us personally. Пусть сегодня вечером как будто бы сам Иисус говорит лично с нами. Give us ears to hear. Дай нам уши, чтобы слышать. Eyes to see. Глаза, чтобы видеть. And a heart to perceive. И сердце, чтобы разуметь. What you are saying in this place. То, что ты говоришь на этом месте. And as we behold the living word of God. И когда мы увидим живое слово Божье. Let us go from glory to glory. Позволь нам идти из славы в славу. As by the Spirit of the living God. Как от Духа Бога живого. We give you the glory. Мы воздаем тебе славу. And the honor. И честь. And the praise. И хвалу. For what you're about to do. За то, что ты сделаешь. In Jesus' mighty name. В могущественное имя Иисуса. And everybody said. И все сказали. Now thank God for what He's going to do tonight. И сейчас благодарите Бога за то, что Он сделает сегодня вечером. Спасибо, Господь. Hallelujah. Hallelujah. Come on, thank Him. Ну, поблагодарите Его. Amen. Аминь. Спасибо, Иисус. Аминь. Good evening. Добрый вечер. It is wonderful to be here in Moscow. Так замечательно быть здесь в Москве. I've looked forward to this for years. Я ожидал этого дня годами. To come and be with my family in Moscow. Чтобы приехать сюда и быть в своей семье в Москве. Amen. Аминь. Hallelujah. Hallelujah. You know. Знаете. I hate this visiting minister stuff. Мне на самом деле не нравится это такое служение, когда заходишь просто в гости. I don't like this American preacher stuff. Мне не нравится вот этот вот американский стиль проповеди. If you're born again, если ты рожден свыше, you're in love with Jesus, и ты любишь Иисуса, we're family. Мы семья. Amen. Аминь. And it's wonderful to be with my family in Moscow. И это так замечательно быть с моей семьей в Москве. Hallelujah. Hallelujah. What I love finding happy people here. Мне очень нравится видеть здесь счастливых людей. You know, when you know you've been delivered from a devil's hell. Знаешь, когда ты знаешь, что ты освобожден из ада. Where the fire is never quenched and the worm never dies. Где червь не угасает и огонь не стихает. That's enough to keep you smiling and praising and thanking God every day, all day. Can you say amen? Этого тебе хватит знания на то, чтобы каждый день ты был счастлив и хвалил Бога. Ты можешь сказать аминь? We have a living hope. У нас есть живая надежда. A blessed hope. Благословенная надежда. And that is the anchor of our souls. И это якорь наших душ. Amen. Аминь. Well, you know what? You can be seated. God bless you. Ты можешь сесть. Спасибо. Пусть Бог благословит вас. It is so wonderful to be here with my dear, dear friend, Pastor Ulf Ekman. Так замечательно быть здесь вместе с моим дорогим другом, пастором Ульфом. I've been in his church many, many times in Uppsala. Я много раз бывал в его церкви в Уппсале. And I love going there. И мне так нравится приезжать туда. And so when they called our office and asked us to come here, когда в наш офис позвонили и попросили нас приехать сюда, I said, oh, yes, yes, yes. Я сказал, да. I've got to go there. Я обязательно приеду. And you know what? Знаете что? Today is my wife's birthday. Сегодня день рождения моей жены. And so she, yeah. I think she's going backwards. Я думаю, что она отступает. She looks prettier today than the day I married her. Она двигается во времени назад. Сегодня она красивее, чем в тот день, когда я женился на ней. And that was 21 years ago. А это было 21 год тому назад. But she graciously said, "Oh yes, you can go on my birthday." Но она милостиво сказала, да, на мой день рождения ты все-таки можешь ехать. And so I'm delighted to be here with you. И поэтому я так рад быть сегодня вечером здесь с вами. So good to see my friend Maxime here. Так я рад видеть здесь моего друга Максима. With CNL. Он занимается CNL. Out of Kazakhstan. В Казахстане.
How many of you watch CNN? I'm curious. Кто из вас смотрит CNN? Let me see your hands. Raise Можно them up. Ваши руки увидеть. You know, our program just got over about an hour ago. Наша программа была на CNN примерно час тому назад. Has anyone seen the messenger program on CNN? Let me see your hands. Если кто-то из вас видел программу Вестник на CNN, поднимите ваши руки. Has anyone seen? Wow, that's great. О, здорово. It's wonderful. Чудесно. Amen, and it's so wonderful to see Pastor Mats and Randy. Так чудесно видеть здесь пастора Матсу. Am I doing all right? I've seen them in Uppsala. Я видел их в Уппсале. And it's wonderful to be here with you. Очень замечательно быть здесь. How many pastors and ministers do we have here? Сколько сегодня вечером здесь присутствует пасторов и служителей? Would you stand up? I want to honor you tonight. Можно ли попросить вас встать? Я хочу почтить вас сегодня вечером. Stand up. Let's honor them. Давайте почтим этих людей. My, look at this. Look at this. Посмотрите только. Amen. Аминь. How many of you pastors? Сколько из вас пастора? How many of you pastors are from more than an hour away from Russia or Moscow? Вы живете и доехать до вашего дома из Москвы занимает больше часа. Let me see your hands. Позвольте увидеть ваши руки. My. Look at this. God bless you. Поглядите, пусть Бог благословит вас. You can be seated. Вы можете садиться. I love pastors. Я люблю пасторов. I have such a heart for pastors. У меня очень большое сердце к пасторам. Because I believe. Потому что я верю. That God is doing His work in the local church. Что Бог совершает свою работу в поместной церкви. That is His idea. Can you say Amen? Поместная церковь — это Его идея. Можете ли сказать на это Аминь? Every believer needs to be a part of a local church. Каждому верующему нужно быть членом поместной церкви. Plugged in. Нужно быть подключенным к видению. Actively involved. Активно участвовать. Praying hard. Нужно сильно молиться. Serving hard. Служить изо всех сил. And let me tell you. И позвольте сказать. That is usually the place the devil will try to get you offended. Обычно поместная церковь — это то самое место, где дьявол постарается, чтобы ты на кого-то обиделся. Is the very church that God plants you in. Это та самая церковь, которую Бог тебя насадил. Usually, if that happens. Обычно, если такое происходит. Just throw up your hands. То просто поднимаешь руки вверх. Say praise God, I'm right where I'm supposed to be. И говоришь: слава Богу, значит, я на том месте, где мне нужно быть. Amen. Аминь. Why? Почему? Because the Bible says. Потому что Библия говорит. Those that are planted in the house of God. Что насажденные в доме Господнем. Shall flourish. Они будут цвести. Not those that are transplanted every two years. Не те, которых каждые два года кто-то трансплантирует. Can you say Amen? Можешь ли ты на это сказать Аминь? Difficult times. Difficult times. Трудные времена. Are wonderful times. Это чудесные времена. They give us a chance to send our roots deeper. Они позволяют нам, они дают нам возможность пустить наши корни глубже. And become stronger. И стать сильнее. We should always allow our difficult times. Трудные времена. To be stepping stones. Всегда должны быть стать для нас ступенькой наверх. Not stumbling blocks. А не камнем преткновения. Can you say Amen? Можете ты сказать Аминь? Hallelujah. Hallelujah. Well, you know, I'm so excited to preach to you tonight. Вы знаете, я так рад, что могу сегодня проповедовать вам. Do you want to get into the Word? Вы хотите перейти к Слову? Amen. Аминь. If you have your Bibles tonight, если ваша Библия у вас с собой, open them up with me, please. Пожалуйста, откройте ее. To the book of Romans, chapter 12. В послании к Римлянам, главе 12. Now, if you want to save time, put a marker. Если вы хотите сэкономить время, in 1 Peter chapter 2. То заложите также закладку в 1 Петра, главе 2. But we're going to start in Romans 12 tonight. Но мы сегодня вечером начнем с 12 главы послания к Римлянам. Oh, I'm so excited. О, я так рад! Hallelujah. Hallelujah. I've been on an airplane for 2 days, so I'm ready to preach. Я два дня летаю в самолетах, так что сейчас я уже готов проповедовать. Amen. Аминь. Nothing more delicious than the Word of God. Нет ничего слаще Слова Божьего. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Now Romans the 12th chapter. Итак, Римлянам 12 глава. Paul says in the 17th verse. Павел в 17 стихе говорит. Repay no one evil for evil. Никому не воздавайте злом за зло. Most of you missed a good place to say amen right there. Большинство из вас упустили хороший момент сказать аминь. Yeah, let's try it again. Repay no one evil for evil. Еще раз попробуем. Никому не воздавайте злом за зло. Yeah, there you go. Ага, вот теперь хорошо. Have regard for good things in the sight of all men. Но пекитесь о добром пред всеми людьми. If it is possible. Если возможно. In other words, it's sometimes it's not. Другими словами, иногда невозможно. As much as depends on you, live peaceably with all men. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Verse 19. Стих 19. Beloved. Возлюбленные. Do not avenge yourselves. Не мстите за себя. Okay, now you're getting it. Let's try it again. Ага, теперь еще раз попробуем. Really good place to say amen right вот это here. Было очень хорошее место, где Beloved, можно было сказать аминь. Возлюбленные. Do not avenge yourselves. Не мстите за себя.
Is that a suggestion? Это предложение? Is it a recommendation? Это рекомендация? Is it a command? Это заповедь? Amen. Аминь. Now let me tell you something. Not always is it a command. Я больше скажу, это не просто заповедь. But you find God speaking about this all through the Bible. Но ты увидишь, что Бог на протяжении всей Библии говорит об этом. He emphasizes it heavily. Он очень сильный акцент делает на этом. And I find that we preachers get in trouble. И я заметил, что мы проповедники зарабатываем неприятности. When we shout what God whispers and we whisper what He shouts. Когда мы кричим то, о чем Бог говорит шепотом, и когда мы шепчем то, о чем Бог кричит. In other words, when we overemphasize, другими словами, когда мы делаем слишком сильное ударение, what he doesn't talk about a lot, на то, о чем он говорит немного, and when we underemphasize, и когда мы делаем недостаточный акцент, what he speaks about a lot, на то, о чем он говорит много, because there are weightier matters of the Word of God. There are weightier matters of the Word of God. Потому что в Слове Божьем есть более весомые темы. Can you say amen? Можете ты сказать аминь? This is something he shouts about. Это то, о чем он кричит. He is so strong throughout Scriptures. На протяжении Писания он так сильно говорит об этом. It is an unrighteous thing. Это что-то неправедное. For God's people to avenge themselves. Когда Божьи люди мстят за себя. It is a righteous thing. Но праведно. For God to avenge His people. Богу мстить за свой народ. Can you say amen? Можете ты сказать аминь? Beloved, do not avenge yourselves. Возлюбленные, не мстите за себя. But rather give place. Но дайте место. Make room for. Откройте возможность гневу Божьему, ибо написано: Vengeance is mine, мне отмщение, I will repay, я воздам, says the Lord. Говорит Господь. Verse 20. 20 стих. Therefore, итак, if your enemy, если враг твой, now who is your enemy? Кто твой враг? Well, that's the person you would like to take vengeance on. Это тот человек, которому тебе хотелось бы отомстить. Got it? Понял. Okay. If your enemy Хорошо. Is hungry, если твой враг голоден, feed him. Накорми его. If he's thirsty, если он жаждет, give him a drink. Напой его. And what is he saying? Что здесь написано? If the person you would like to take vengeance on, если тот человек, которому тебе хотелось бы отомстить, who has mistreated you, тот человек, который с тобой обращался плохо, bless him. Благословляй его. Why? Почему? For in so doing, потому что, you will heap coals of fire on his head. Делая это, ты соберешь ему на голову горящие уголья. I'll get to that in a minute. Я через минуту приду Verse к этому 21, стиху. 21. Do not be overcome by evil, не будь побежден злом, but overcome evil with good. Но побеждай зло добром. Now, he Теперь. Is not, that's a good place to say amen to. И это тоже было хорошее место для аминь. Now, he's not finished. Он не закончил еще. You know, a lot of times, очень часто, we miss мы упускаем great revelation truths огромные истины, откровения out of God's word, из Божьего Слова, because we end at the end of a chapter, потому что мы заканчиваем читать главу там, где она заканчивается, and the next day, а на следующий день we pick up at the next chapter. Начинаем читать следующую главу. But remember, Paul wrote one letter. Но помни, что Павел писал одно единое письмо. The translators put the chapters and verses in. Главы и разбивку на главы и стихи вставили переводчики. He is not finished. Павел не закончил свою мысль. He continues. Он продолжает. Let every soul. Всякая душа. Now, does every soul include you? Всякая душа, ты сюда включен? All right. Let every soul be subject to the governing authorities. Отлично. Всякая душа да будет покорна высшим властям. For there is no authority. Ибо нет власти. Now let me add this: no legitimate authority. Позвольте я добавлю: нет законной власти. There is no legitimate authority except from God. Нет законной власти не от Бога. And the authorities that exist are appointed. Существующие же власти от Бога установлены. Everybody say appointed. Скажите установлены. Are they selected? Они выбраны. Come on. Они избраны. Are they elected? Они избраны, эти власти. They're appointed. Они назначены. By God. Установлены, то есть назначены Богом. Now that's a hard statement. Это серьезное заявление. Amen. Аминь. That's usually where people go, wait a minute. Обычно в этом стихе люди, в этот момент люди говорят, секундочку. I know authorities. Я знаю власти. That are not so nice. Которые не такие уж и приятные. Are you telling me they're appointed? Ты хочешь мне сказать, что Бог их назначил? Yes. Да. Their behavior isn't. Их поведение не but their от Бога. Authority is. Но их власть. Are you with me? Да. Ты слышишь меня?
Now, this is where people usually start having problems. Обычно в этом месте у людей начинаются проблемы. And I think the Holy Spirit knew that. Я думаю, Святой Дух знал это. Because the Holy Spirit talks about not avenging yourself. Потому что Дух Святой говорит о том, чтобы не мстить за себя. And then immediately goes into talking about being submitted to authority. И затем немедленно он переходит к тому, что нужно подчиняться властям. Why does he do that? Почему он делает это? Because he knew there would be maybe some hard authority. Потому что он знал, что возможно некоторые люди, облеченные властью, будут жесткими. But somebody is saying here. Кто-то говорит. Wait a minute. Минуточку. Hold it. Подожди. Are you trying to tell me? Хочешь ли ты сказать мне? That I am to submit to a difficult, hard authority? Что я должен подчиняться человеку, облеченному властью, который трудный, жесткий? Well, let's let Scripture answer that. Давайте позволим Писанию ответить на этот вопрос. Go with me to 1 Peter, the second chapter. Откройте вместе со мной 1 Петра, 2 глава. 1 Peter, chapter 2. 1 Петра, глава 2. Let's read a few Scriptures here. Прочитаем несколько мест Писания отсюда. In verse 13 we read, therefore submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether to the king as supreme. 13 стих. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли как верховной власти, or to governors or to those who are sent by him, правителям ли как от него посылаемым, for the punishment of evildoers and the praise of those who do good, для наказания преступников и для поощрения делающих добро, for this is the will of God. Ибо такова есть воля Божья. Now go to verse 17. Стих 17. Honor all people. Всех почитайте. Love the brotherhood. Братство любите. Fear God. Бога бойтесь. Honor the king. Царя чтите. Everybody say this with me. Все скажите вместе со мной. Fear God. Бойтесь Бога. Honor the king. Чтите царя. What is Peter saying here? Что говорит здесь Петр? He's saying, how can you fear God whom you do not see? Он говорит, как ты можешь бояться Бога, которого ты не видишь? When you cannot honor or respect the king that he has placed his authority on that you do see. Если ты не можешь чтить даже царя, которого Бог назначил. Are you with me? Ты слышишь меня? I remember when I first really learned this. Я помню, как я впервые понял это. Back in 1992 in the United States we had President Clinton elected. В 92 году у нас в Соединенных Штатах был избран президентом Клинтон. I was depressed for about 3 days. Дня три я был в депрессии. Until the Lord spoke to me. Пока Господь не проговорил ко мне. And he said, nobody gets into office without me knowing about it. И он сказал, никто не получает какую-то должность так, чтобы я об этом не знал. All of a sudden, my attitude got straightened out, and I began to pray for him and give thanks for him, what the New Testament says. Очень быстро мое отношение изменилось, и я начал молиться за него и благодарить Бога за него, то, что говорит мне Новый Завет. Ты слышишь меня? You see, it's an amazing thing. Понимаешь, это удивительное что-то. The fear of God. Страх Божий. Sees and recognizes His authority wherever you are. Видит и признает Его авторитет, где бы ты ни находился. The fear of God. Страх Божий. Does not judge by the seeing of the eye or the hearing of the ear. Не судит видением и слышанием уха. It judges according to righteous judgment. Но он судит судом праведным. In human terms. Человечески говоря. We say to a leader, you have to earn my respect. Мы говорим лидеру, ты должен заработать мое уважение. Страх Божий говорит, ты уже имеешь мое уважение, потому что я вижу власть, которая тебе дана. Are you with me? Ты слышишь меня? Now look at verse 18. Стих 18. Servants, слуги. Now, let me say it like this. Позвольте, я скажу об этом так. Employees, оплачиваемые работники. Students, студенты. Civilians, граждане. Church members, члены церкви. Be submissive. Будьте покорны. To your masters. Вашим господам. Can I say it like this? Employers. Могу ли я так сказать? Служащие. Bosses. Начальники. Teachers. Учителя. Coaches. Тренера. Civil authorities. Гражданские власти. Church authorities. Церковные власти. Are you getting this? Им будьте покорны. Servants, be submissive to your masters. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам. With all fear. Со всяким страхом. Everybody say fear. Скажите страх. There's the fear of the Lord right there. Это страх Господень, о нем здесь речь. You cannot do this outside of the fear of the Lord. Ты не можешь делать всего этого вне страха Господня. Not only to the good and gentle. Не только добрым и кротким. Now stop right there and look up at me. Остановимся здесь и поглядите на меня. How many of you in your life in the past have had a good and gentle leader? Let me see your hands. Кому из вас в вашем прошлом попадался хороший, мягкий, кроткий лидер? Put them up high. Можно вашу руку? Высоко. Put them up high. Высоко руку поднимите.
Если у вас было это хорошее, доброе начальство. Если у тебя хорошее, в твоей церкви сейчас такой лидер, подними руку. Now listen to me. Послушайте. That's essential. Это очень важно for our Christian growth. Для нашего христианского роста. But he doesn't stop there. Но здесь автор не останавливается. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам не только добрым и кротким, но и суровым. Everybody say harsh. Скажите суровым. Now, теперь. One day when I read this, однажды, когда я это прочитал, I went, hold it. Я сказал, стоп. Lord, you're telling me to be submitted to a harsh leader? Господь, ты говоришь, чтобы я подчинялся суровому лидеру? So I went to the original Greek. Я взял оригинал греческий. I thought maybe the American translation was a little bit too extreme. И подумал, может быть, американский перевод слишком сильно здесь выражается. So I went to the original Greek, hoping to find some relief. Я открыл греческий оригинал, чтобы найти какое-то облегчение себе. So the first guy I went to was a guy named Thayer's. Первая книга, которую я открыл, he is an expert in Greek New Testament words. Была написана одним экспертом по новозаветному греческому языку. The Greek word for harsh. Греческое слово, которое у нас переведено суровым, the Greek word scolios. Это слово scolios. Thayer says, здесь написано, this Greek word means this. В книге этого ученого, что это слово означает следующее. Crooked, хитрый, perverse, извращенный, wicked, нечестивый, and unfair. И несправедливый. I said, he missed it. Let me go to another one. Я решил, этот ученый ничего не понял. Дайте я возьму другую книгу. So I went to Vines. Я открыл симфонию Вина. Вина — это еще один эксперт. He says this Greek word means this. Он говорит, что в этом греческом слове такой смысл. Tyrannical or unjust leaders. Лидер — тиран или несправедливый лидер. Tyrants. Тиран. So then I went to other translations. Я открыл другие переводы. One said dishonest. В одном переводе было написано another said cruel, нечестный, в другом and жестокий, another said unreasonable. А в третьем неразумный. I said, hold it. Я сказал, стоп. I said, Lord, Господь, я сказал, you are telling me ты говоришь мне to be submitted быть в покорности to a dishonest, нечестному, tyrant, тирану, wicked, нечестивому, unfair, несправедливому, unreasonable, неразумному, leader? Лидеру. Now, how many of you know, кто из вас знает, God is the best daddy in the universe. Что Бог, он самый лучший во вселенной папочка. Come on, how many of you know that? Кто из вас знает это? Okay, I'm glad we know that tonight. Я рад, что сегодня вечером мы это знаем. He doesn't have love. Слушайте, он не имеет любовь. He is love. Он есть любовь. You got it? Поняли? So my daddy. Итак, мой папочка. Best daddy in the universe. Он самый лучший во вселенной. Telling me. Он говорит to мне. To be submitted. Быть в покорности. To a wicked, нечестивым, harsh, злым, tyrant, тираном, leader. Лидером. I said, hold on. Я сказал, стоп. Now, how many of you know? Кто из вас знает? We love to profess. Мы любим говорить. Our full gospel heritage. О том, о нашем полном евангельском наследии. Right? Правильно. But it's amazing to me. Но мне кажется изумительным. We look at some of the Protestants. Что мы смотрим. And we say, oh, they skip over these scriptures on healing. На некоторых протестантов и говорим, о, они не понимают этих мест писания об исцелении. And these scriptures on the Holy Spirit. И о Духе Святом вот эти люди ничего не понимают. But I find some of us quote full gospel. Но я заметил, что некоторые из наших в кавычках полный евангельских христиан. Will mumble through these scriptures. Они так бормоча читают эти места писания. And then go on reading again. И потом все остальное. But you know what I've learned? Знаете, что я понял? The greatest. Самое великое. Revelation. Откровение. Are found. Находится там. In the difficult scriptures I understand. Где места, которые я читаю, они трудны для моего понимания. See, I got saved at 19 years of age. Я спасся, когда мне было 19 лет. And I came out of a denomination. И я вышел из одной деноминации. 75% of our doctrine came from men. И где from From man. Где 75% учения было просто от людей. 25% came from the Bible. И 25% было библейское учение. I thought I was saved. Я думал, что я спасен. And I was on my way to hell. Но я шел в ад. So when I got saved, и когда я спасся, I said, I'm going to believe what the Bible says. Я сказал, я буду верить то, что говорит Whether Библия. I understand it or not. Понимаю я это или нет. That is the fear of the Lord. Это и есть страх Господень. And the fear of the Lord is the beginning of understanding. А страх Господень есть начало мудрости, или в английском переводе понимания. There is a reason. Есть причина. God tells us to be submitted. Почему Бог говорит нам о покорности? To harsh leaders. Жестким лидерам. To unfair leaders. Несправедливым лидерам. Would you like to know tonight? Хотите ли вы сегодня вечером знать ее? All right, are you ready? Хорошо, готовы? I'm going to show you. Я покажу ее вам. Now let me warn you. Хочу предупредить вас. It gets better, it gets worse before it gets better. Прежде чем будет лучше, станет хуже.
All right, watch this. Хорошо, глядите. For this is commendable, if because of conscience towards God one endures grief, suffering wrongfully. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Everybody say suffering wrongfully. Все скажите, страдая несправедливо. That is when you are doing what is right. Это когда ты делаешь что-то хорошее. But you get blamed for doing something wrong by an authority. Но тебя твой начальник, твой авторитет обвиняет в том, что ты делаешь что-то плохое. Verse 20, what credit is it? 20 стих. Ибо за что похвала? Что за похвала? If when you are beaten for your faults, you take it patiently. Если вы терпите, когда вас бьют за проступки. In other words, другими словами, now look up at me, when you're doing what's wrong, когда ты делаешь что-то неправильное, and you get punished for it, и тебя за это наказывают, don't act like you're being persecuted. Не веди себя так, как будто тебя гонят. Let me put it really plain. Давайте я на самом деле попросту when скажу. You're 30 kilometers over the speed limit, когда ты превышаешь предел скорости на дороге на 30 км в час, and you see red and blue flashing lights in your rearview mirror, и ты видишь, как у тебя в зеркале заднего вида появился маячок полиции, don't bind the devil. Не связывай дьявола. Okay? Ага. There are two kinds of persecution. Есть два вида гонений. That is, the first kind. Первый вид. Is when we do what is wrong. Это когда мы делаем что-то неправильно. And that's what authority is set up to do. И власть запрещает это делать. You can get rid of that. Об этом можно забыть. Just do what's right. Просто делай правильные вещи. The other kind of persecution. Второй вид гонений. Is when you're doing what is right. Когда ты делаешь что-то правильно. And you're getting blamed for doing wrong. Но тебя обвиняют в том, что ты что-то плохое делаешь. This is the one Jesus says there's a great reward for. Вот об этом гонении Иисус говорит, что за него есть великая награда. Now watch this. Теперь смотри. Verse 20, continue. 20 стих. But when you do good, но если делая добро, and suffer, и страдая, if you take it patiently, терпите, this is commendable, это угодно Богу, before God, перед Богом. In other words, God really likes it. Другими словами, Богу это очень нравится. Now continue reading, please. Прочитайте, Verse 21. Дальше, 21 стих. For to this you were called. Ибо вы к тому призваны. Now everybody look up at me. Теперь поглядите на меня. Say this. Скажите. With a big smile on your face. С большой улыбкой. This is my calling. Это мое призвание. You know, as a preacher, people are always asking me, Brother John, would you pray about my calling? Знаете, меня как проповедника люди очень часто спрашивают, брат Джон, помолитесь о моем призвании. I'm praying about what God's called me to. Я так ищу, что Бог призвал меня делать. Here it is. Вот оно. Right here. Вот здесь. In black and white. Черным по белому. You say what? Ты говоришь что? What is it? Что тут такое? Here it is. Вот оно. To handle unfair treatment. Correctly. Переносить несправедливое обращение правильно. Oh, aren't you glad you came tonight? Ведь ты так рад, что ты пришел сюда сегодня, правда? I told you it's going to get worse before it gets. Я говорил, что прежде чем станет лучше, будет хуже. For this you were called. Ибо вы к тому призваны. Because Christ also suffered for us. Потому что и Христос пострадал за нас. Leaving us an example that you should follow His steps. Оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Now I like the amplified translation of this. Мне очень нравится расширенный перевод этого стиха. So this is the amplified. Здесь расширенный перевод. For even to this you were called. К этому вы были призваны. It is inseparable from your vocation. И это неотделимая часть вашей профессии. For Christ also suffered for you. Или вашего занятия, потому что Христос тоже пострадал leaving за вас, you his personal example, оставив вам свой личный пример, so that you should follow his footsteps. Чтобы вы шли по его стопам. What was that? Что это значит? Verse 22. Стих 22. Who committed no sin, он не сделал никакого греха, nor was deceit found in his mouth. И не было лести в устах его. Verse 23, read carefully. 23 стих. Читайте внимательно его. Who, when he was insulted, будучи злословим, he did not insult in return. Он не злословил взаимно. When he suffered, страдая, he did not threaten, не угрожал. But, но, everybody say but. Все скажите но. Now here's the whole reason. Are you ready for it? И вот самая основная причина. Are you ready for it? Вы готовы? But committed himself. Но предавал в английской Библии себя. To him who judges righteously. Судье праведному. Look up at me, please. Пожалуйста, поглядите на меня. Several years ago. Несколько лет назад. There was somebody who had authority in my life. В моей жизни был человек, имевший власть. That was making railing accusations against me. Который выступал с самыми страшными обвинениями против меня. And not an ounce of truth in what they were saying. В них не было ни фунта, ни грамма истины. What I was doing for months. То, что я делал месяцами. Was justifying and defending myself. Месяцами я занимался тем, что я оправдывал себя и защищал себя. I was in prayer, я молился, and the Lord spoke to me. И Господь сказал мне. He said, son, он сказал, сын, as long as you defend yourself, до тех пор, пока ты защищаешь себя, this is what I'm doing. А это то, что я делал. And I had a vision. Господь сказал, вот что я делаю I в это время. Saw in bodily form the Holy Spirit.
Я увидел в видении Духа Святого, в телесном видении. Я не видел его лица, но я видел его от плечи ниже. Он стоял. Он стоял с руками за спиной. And I knew in the vision, и я в этом видении знал, his hands were refrained from helping me. Что его руки были связаны, он не мог мне помочь. He spoke to me in the vision, он проговорил ко мне в видении. Said, the moment you stop defending yourself, и сказал, в тот момент, когда ты перестанешь защищать себя, вот что я сделаю. And I saw him actively involved in my case. И я увидел, как он активно занимается моим делом. Now, everybody say Jesus is personal example. Теперь все скажите такие слова. Иисус — личный пример. I want to show you his personal example. Я хочу показать вам его личный пример. Put your markers right there. Заложите закладки здесь. And go with me to Mark's gospel. И откройте вместе со мной Евангелие Марка. 15 chapter, please. Марка, пожалуйста, 15 главу. I'm going to show you these scriptures here. Я покажу вам эти места здесь. To lay a foundation for what I'm going to say. Чтобы заложить фундамент для того, что я скажу. In Mark's gospel, the 15th chapter. В 15 главе Евангелия от Марка. We read in the third verse. Мы читаем в третьем стихе. And the chief priests accused him of many things, but he answered nothing. И первосвященники обвиняли его во многом. Now look up at me, please. Но он не отвечал ничего. Look up at me, please. Пожалуйста, поглядите на меня. Jesus is in a courtroom. Иисус в зале суда. The chief priests are testifying against him. Первосвященники обвиняют его, свидетельствуют против него. Let me say this. Позвольте я скажу. The chief priests were the most influential men in the country. Первосвященники были самые влиятельные люди в стране. They were not only the spiritual leaders. Они были не просто духовные лидеры. They were the political leaders. Они были также политические лидеры. It would be like your pastor. Это все равно, что твой пастор. Not only being your pastor. Он не только твой пастор. But a high-ranking government official as well. Но также при этом он занимает высокий государственный пост в правительстве. Because Rome would allow territories under their dominion to rule themselves under Rome's supervision. Потому что в то время евреи могли под римским авторитетом все-таки управлять своей территорией. Here are the most influential men of the nation. Вот самые влиятельные люди в стране. Speaking railing accusations. И они говорят немыслимые обвинения. And there's not an ounce of truth in what they're saying. В которых нет ни грамма истины, against Jesus, что касается Иисуса. And he doesn't answer a word. Но Иисус не отвечает им ни слова. So Pilate, итак, Пилат finally speaks up. В конце концов открывает verse 4, рот. В четвертом стихе. Then Pilate asked him again, Пилат опять спросил его, do you answer nothing? Ты ничего не отвечаешь? See how many things they are testifying against you? Видишь, как много против тебя обвинений? Verse 5, пятый стих. But Jesus still answered nothing, so that Pilate marveled. Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. Everybody say, Pilate marveled. Все скажите, Пилат дивился. Why does he marvel? Почему он удивляется? He is a Roman governor. Он римский чиновник. This is the supreme court of the nation. Это верховный суд страны. He has sat in this judgment seat many times. Пилат сидел очень много раз на своем судейском кресле. And watched accused men. И наблюдал за обвиняемыми. Frantically defend themselves. Которые отчаянно защищались. Or their lawyers defend them. Или их адвокаты защищали. In hopes to prove their innocence. В надежде доказать невиновность. Because if they don't, потому что если они не докажут ее, то их приговорят к тюремному заключению, к тяжелому труду или к смерти по-римски. А это не было приятно. Слышите? Пилат знает, что этот человек невиновен, потому что Библия говорит, что он знал, что его предали из зависти. Он знал, что он им не нравился, потому что они считали, что он ворует у нас людей. У меня есть книги по истории, которые показывают, что Пилат знал, что за человек пришел в этот зал суда, Иисус. In fact, he was intrigued by Jesus. На самом деле, Иисус заинтриговал Пилата. And I have one history book with a recorded conversation between Pilate and Jesus. В одной из тех книг по истории, которые у меня есть, имеется беседа, записанный текст беседы между Иисусом и Пилатом. In fact, Pilate's wife. И фактически жена Пилата served as a confirming witness. Даже была как свидетель, который подтвердил Пилату. She said, have nothing to do. He's a just man. Она сказала, слушай, он здесь ни при чем, он справедливый человек, он праведник. If you look at the crucifixion, и когда он смотрел на распятие, Pilate writes, the king of the Jews. Пилат пишет там, царь иудейский.
The Sanhedrin comes back. Приходит Синедрион. And says, "No, don't write it's the king of the Jews." И говорит ему: "Не пиши, что он царь иудейский." Rather write that he said he was the king of the Jews. Напиши, он говорил о себе, что он царь иудейский. Pilate said, "What I've written, I've written." Пилат сказал: "Что я написал, то я написал." He believed he was a godly man. Он верил, что Иисус был благочестивым человеком. So Pilate's watching them speak lies. Итак, Пилат смотрит, как они говорят ложь на него. And yet Jesus doesn't say one word in his own defense. Но при этом Иисус свою защиту не говорит ни слова. He marvels. Пилат удивляется. Why doesn't Jesus defend himself? Почему Иисус не защищает себя? He's committing every accusation. Он предает каждое обвинение into the hands of his father, в руки своего отца, who he knows will judge righteously. О котором он знает, что тот судит праведно. My oldest son, мой старший сын, he's 17 years old, ему 17 лет. This month, в этом месяце. When he was in third grade, когда он был в третьем классе, 9 years old, ему было 9, he had a teacher, один учитель, they did not get along, который с ним не имел хороших отношений. Personality conflict. Это просто был такой личностный конфликт, right? У моего сына с этим учителем. It was even a Christian teacher. Учитель при этом был даже христианин. How many of you know there are some parts of the body that have to work on getting along? Кто из вас знает, что есть у нас в теле такие части, с которыми нужно так нелегко уживаться? Right? The nose has to work real hard to get along with the armpit, right? The nose has to work real hard to get along with the armpit. Извините, у нас в теле есть такие части, которым друг с другом очень трудно иметь контакт. Например, носу с подмышкой. You know what I'm saying? Вы понимаете, о чем я говорю? Some people's personalities just don't click. Есть такие люди, у которых натура такая, у характера не сходится. Well, this teacher doesn't like Addison. Так вот, этому учителю Эллисон не нравится. Now it was an isolated thing because all of his other teachers loved him. И что-то произошло вдруг, потому что вдруг учитель полюбил его. He's a leader and an excellent student. Он лидер и он прекрасный ученик. So the teacher was constantly getting on Addison. Учитель, он до этого он постоянно как-то набрасывался night на моего сына. After night, after night, after night. Один вечер за другим, один вечер за другим. We were hearing at the dinner table. Мы сидим за ужином. How the teacher would yell at Addison. How the teacher would yell at Addison, scold Addison. И при этом учитель кричит на Эллисона. All the kids would be goofing off in the class. Все дети в классе ведут себя хорошо. He'd yell at Addison. И он кричит на Эллисона. So one night. Итак, однажды вечером. I guess it hit. Я думаю, что the straw that broke the camel's back. То есть была последняя капля, которая переполнила чашу. They were in line. Они стояли все в очереди. The teacher's back was to this class. Учитель поворачивается спиной к классу. Two kids behind Addison. Два парня, которые стоят за моим сыном. Were goofing off. Messing up. Они там что-то натворили. The teacher begins to turn. Учитель начинает поворачиваться. When he turns, they get quiet real quick. Когда он поворачивается, эти парни прекращают возню. And he turns around and he starts yelling at Addison. Он поворачивается и начинает кричать на моего сына. Now this is big for a third grader, okay? Для третьеклассника это большая несправедливость. So he's crying at the dinner table. И он плачет за ужином, рассказывая my нам wife это. Is like, my son, my son. Жена моя: «О, сынок, сынок». But I felt a little check in my spirit. Но я чувствую в своем духе какое-то предупреждение. And so I looked at Addison. Я смотрю на него. I said, "What are you doing when your teacher scolds you?" И говорю: "Слушай, что ты делаешь, когда учитель вот так ругает тебя?" How do you respond to him? Как ты реагируешь на это? And now fire comes in his eyes. И теперь огонь появляется в его глазах. He said, "I told him it wasn't me; it was them behind me." Он говорит: "Я сказал моему учителю, что это не я натворил, а это те парни, которые стояли за мной." I said, "Is that always the way you respond?" И я спросил его: "Ты всегда так реагируешь?" He said, "Yeah, especially if he's wrong." Я сказал, он говорит: "Конечно, да, особенно когда на самом деле ничего неправильного я не делаю." Я говорю ему: "То, что ты делаешь, это неправильно." Я прочитал ему 1 Петра. Я прочитал ему, что Иисус — это его пример. И потом я сказал ему: "Сын, позволь, я расскажу тебе что-то, что произошло со мной, когда тебе было полтора года." Я был молодежным пастором в церкви, где было 7000 членов. Мой начальник was the administrative pastor. Он был пастор-администратор. And he reported to the senior pastor. Который отчитывался старшему пастору. My boss's son. Сын моего начальника. Was in my youth group. Был в моей молодежной группе. Now, I'm preaching. Я проповедую. Holiness. О святости. Crucified life. О жизни в распятии. Dying in the prayer closet. О том, что нужно умирать в своей молитвенной комнате. To these youth. Этой молодежи. He's getting turned on. И этот парень заводится. But one night he comes up to my wife. Однажды он подходит вечером к моей жене. In tears. Весь в слезах. Said, "Miss Lisa." И говорит: "Мисс Лиза, how can I
live what Pastor John is preaching? Как я могу жить теми проповедями, которые нам проповедует пастор Джон? When my parents are doing this at home and this at home and this at home. Когда мои родители дома делают это и это. And my wife was like, ah. И жена моя, а? This is my husband's boss. Это же начальник моего мужа. So she told him that he's not responsible for his parents. И она говорит этому мальчику, что он не отвечает за своих родителей. Well, at that point, в этот момент, that man wanted to get me fired. Тот человек захотел уволить меня. So what he began to do, что он начал делать? Is tell things to the senior pastor about me. Это рассказывать старшему пастору обо мне. That were not true. Какие-то вещи, которые не имели отношения к истине вообще. He told me things about the senior pastor that weren't true. А мне он начал наговаривать на старшего пастора всякую ложь. Started creating a wedge between us. В результате между нами начал разлом происходить. I went 4 months. 4 месяца. Without a meeting with the senior pastor. Я не имел ни одной встречи со старшим пастором. One night after a youth service. Однажды вечером после молодежного служения. 4 of my youth. 4 человека молодых из моей группы подошли ко мне со слезами. Они говорят: «Пастор Джон, мы слышим, что тебя собираются уволить. Мы поверить в это не можем». Я сказал: «Откуда вы это услышали?» Дело выяснилось, что начались эти разговоры с сына администратора. Я спросил его: «Откуда ты это услышал?» Он сказал: «Папа». So I went to the administrator. Я пошел к администратору. This boy's father. К папе этого мальчика. I said, hey, a bunch of the youth said I'm getting fired. Я сказал: «Послушай, ребята тут, мне группа ребят говорила, что меня увольняют». I traced it back to your son. И все стрелки указывают на тебя. What's the deal? В чем дело? He said, oh, John. Он сказал: «Джон, I'm so sorry. Мне так жаль. I just repeated to my wife the other day. Я просто сказал жене вчера. What the senior pastor's saying about you. То, что говорит о тебе старший пастор. And my son overheard it. А мой сын подслушал. I'm so sorry. Мне так жаль. I'll tell him not to tell anybody else. Я скажу ему больше никому не рассказывать. Well, big deal. Большое дело. Now I don't know if I'm coming or going. Теперь я вообще не знаю, остаюсь я или меня увольняют. 2 months later. Через 2 месяца. The decision was made to fire me. Было принято решение меня уволить. How do I know? Откуда я узнал? The senior pastor's two brothers told me. The senior pastor's two brothers told me. От старшего пастора, который сказал мне. So the senior pastor gets up on Sunday morning. Старший пастор в воскресенье утром. Said there's going to be a big change in the church. Поднимается на сцену и говорит: в нашей церкви будет большая перемена. In the youth group. В молодежной группе. I want to meet with all the parents. Я хочу встретиться со всеми родителями и со всеми подростками. I'm sitting on the platform. Я сижу на сцене. I know what the change is. Я знаю, о чем идет речь. I'm due to get fired the next morning. На следующее утро меня уволят. The next morning. На следующее утро. I walk into the senior pastor's office. Я захожу в офис старшего пастора. The administrator. Там администратор. And the senior pastor. И старший пастор. Had a meeting with me and they were supposed to fire me. Они встречаются со мной, они должны уволить меня. When I walked into the office. Когда я зашел в этот офис. The senior pastor was alone. Там был только старший пастор. He looked at me, он посмотрел на меня. Said, John, God sent you to this church, you're not leaving until he's through with you here. И он сказал: Бог послал тебя, Джон, в эту церковь, и пока он не закончит с тобой здесь, мы не уволим тебя. And then he said, и дальше он говорит: Why does this senior pastor want you fired so bad? Почему тебя так сильно тебя хотят уволить? I said, I don't know. Я не знаю. He said, you need to make it right. Нужно все исправить. I said, okay. Хорошо. I said, but I don't know what it is. Но я не знаю, что, в чем дело. He said, just do it. Просто сделай что-то, so он сказал. Month later, через месяц I got some written evidence я получаю письменные доказательства of what this guy was doing. Того, что этот администратор делал. I could have nailed him to the wall. Я мог бы его к стене пригвоздить. And so I made an appointment with the senior pastor. И я назначил встречу со старшим пастором. Because not only did he want me fired, потому что он хотел уволить не только меня. He wanted the music pastor fired, он хотел уволить также музыкального who, пастора, by the way, is still with the senior pastor now, 15 years later, который, кстати, сейчас, до сих пор, 15 лет спустя, по-прежнему работает у того пастора. And he wanted other things done. И он еще хотел много чего неправильного сделать. Итак, я назначаю себе встречу со старшим пастором. В то утро, когда должна состояться встреча, я молюсь: Господь, как мне все это ему преподнести, старшему пастору? Мне просто показать ему эти бумаги? Принести ему то, что я знаю все? Но 40 минут я не могу добиться мира в сердце. В конце концов, я поднимаю голову и говорю: Боже, ты не хочешь, чтобы я все это показывал ему, не так ли? И мир Божий. Я порвал эти бумаги. Я говорю: либо я сошел с ума, либо я слышал Бога.
Итак, через месяц. I'm out praying in the church woods, in the parking lot near the woods. Я молюсь в лесу рядом с церковью. The administrator pulls up. Рядом стоянка с тем местом, где я молился. Я вижу, как подъезжает администратор. The Holy Spirit speaks to me. Дух Святой говорит мне. And he said, Matthew 18, I want you to go to him and apologize to him. Матфея 18, я хочу, чтобы ты подошел к нему и извинился. I said, me apologize to him. Я говорю, я перед ним извинился. He's trying to get me fired. Он добивается моего увольнения. I haven't done anything. Я ничего не делал. So I started praying about something else. Я начинаю о чем-то другом молиться. I start praying about missions. Начинаю молиться за миссионерскую работу. Now you talk about boring, dry prayer. Ты ведь знаешь, что такое скучная, сухая молитва? It was just like God left. Как будто Бог просто уходит из твоей молитвы. So finally, 20 minutes later, через 20 минут, I said, Holy Spirit, я говорю, Дух Святой, what are you saying to me right now? Что ты мне сейчас говоришь? He said, Matthew 18, I want you to go to him and apologize. Он говорит, Матфея 18, я хочу, чтобы ты пошел к нему и извинился. Okay, but for what? Да, но за что, Господь? And the Lord showed me. Господь показал. So I went to his office. Пошел к нему в офис. I said, while I was praying this morning, и говорю, пока я сегодня утром молился, Господь вложил мне в сердце прийти к тебе и принести мои извинения. Я очень критично сказал, я относился к тебе и очень сильно судил тебя. И я не прав. Я сказал, ты можешь меня простить? Он говорит, да, конечно. Но мы все равно как-то не нашли контакта. Но я все сделал правильно. Так что в следующие 6 месяцев его атаки против меня остановились. В следующие 6 месяцев его атаки прекратились. Later, через 6 месяцев я на неделю уехал из города. Все, что делал тот человек, вскрылось. So и это было так серьезно, что его могли упечь в тюрьму на годы. Пастор смилостивился и просто немедленно уволил его. И договорился обо всем с адвокатом. Та самая ловушка, которую он рыл для меня, он сам в нее упал. Я поделился всем этим с моим сыном. Я сказал, Эдисон, у тебя сейчас есть выбор. Ты можешь либо продолжать защищаться, и Бог будет стоять, держа руки за спиной вот так. Либо, сказал я, ты можешь пойти к своему учителю, и ты можешь извиниться за то, что ты постоянно бросал вызов его власти. Он говорит, папа, но все-таки, если он не прав? Я сказал, well, has your way worked yet? Я сказал, ну а по-твоему-то как оно, получается хоть He что-то? Said, no. Он говорит, нет. I said, do you want to do it God's way? Я сказал, ты хочешь сделать said, это okay. по-божьи? Да. So we prayed right there at the dinner table. И мы молимся прямо там за ужином, the за столом. Next day, на следующий день he meets with his teacher. Он встречается с учителем. He said, God has convicted me. И он говорит, Бог обличил меня. He said, I am wrong for constantly challenging your authority. Он говорит, я был неправ в том, что постоянно бросал would вызов вашей власти. Would you please forgive me? Пожалуйста, простите меня. It blew the teacher away. Учитель чуть с ног не повалился. The end of the next week, к концу следующей недели, do you know who got student of the week award? Знаешь ли ты, кто получил награду ученика недели от учителя? Addison. Edison. The end of the year, к концу года, the teacher picks the most outstanding student of the entire year. Учитель выбрал самым лучшим учеником за весь год. Do you know who got it? Знаешь кого? Addison. Эдисона. Now, it worked for a 9-year-old. Если это работало для 9-летнего парня, how much more us? Так насколько же больше это работает для нас? Now, let's look at this. Давайте посмотрим. Вернемся во 2 Петра. So reason number one. 1 Петра. Первая причина. Why does God tell us to be submitted? Причина номер один. Почему Бог говорит нам подчиняться? To harsh leader. Жестким лидерам. Everybody say reason number one. Все скажите, причина номер один. It makes room for God's righteous judgment. Тем самым мы даем место Божьему праведному суду. In fact, фактически, it speeds it up. Это ускоряет Божий суд. Everybody say it speeds it up. Все скажите, это ускоряет Божий суд. How many of you know the Bible says that we can hasten the coming of the Lord, the coming judgment of the Lord? Кто из вас знает, что Библия говорит, что мы можем приблизить грядущий Божий суд? Hasten means to speed it. Приблизить, то есть ускорить. You know the Bible says that? Вы знаете, что Библия об этом говорит? 2 Peter chapter 3. 2 Петра 3 глава. Says we can speed up the coming of the Lord. Мы можем приблизить, там написано, пришествие Господа. Как мы это сделаем? Two ways. Двумя путями. Way number one is this gospel shall be preached in all the world as a witness, and then the end shall come. Первый путь, сие Евангелие Царствие будет проповедано по всем народам, и тогда придет конец. What's the second way? Второй путь, какой?
our obedience. Наше послушание. That's what Peter says in 2 Peter chapter 3. Это то, что Петр говорит во 2 Петра 3 главе. Everybody say our obedience. Все скажите, наше послушание. Hold your markers there. Закладку оставьте тут. And look at Hebrews chapter 11. I want to show you something. И откройте Евреям 11 главу, я хочу кое-что вам показать. Hebrews 11, please. Евреям 11, пожалуйста. Now you got to see this in your own Bible. Вам нужно увидеть это в вашей Библии. In Hebrews the 11th chapter. В Евреям в 11 главе. I want to look at one verse. Хочу посмотреть один стих. Verse 7. Седьмой. By faith Noah, being divinely warned of things not seen. Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо. Moved with godly fear. Благоговея приготовил ковчег. Everybody say godly fear. It doesn't say in the Russian Bible. What does it say? Well, with the reverence. Okay, but it means everybody say with reverence means obedience. Благоговение означает послушание. То есть у нас не совсем такой Everybody say obedience. Все скажите послушание. Prepared an ark for the saving of his household. Приготовил ковчег для спасения дома своего. By which he condemned the world. Is that what it says? Yep. Ей осудил он, то есть верой, осудил он весь мир. Everybody say he condemned the world. Скажите, он осудил мир. Does it say God condemned the world? Скажите, здесь написано, Бог осудил мир. Come on, I asked the question. Алло, я спросил. Noah condemned the world. Ной осудил мир. That's what it says. Это то, что там написано. How did he do it? Как он это сделал? By his obedience. Своим послушанием. His obedience. Его послушание. Sped up the judgment of God. Открыла дорогу суду Божьему. Are you getting this? Вы слышите? So do you remember when we read in Romans 12? Вы помните, мы читали в Римлянам 12 главе? If your enemy, что если твой враг, the person you would like to take vengeance on, тот человек, которому тебе хотелось бы отомстить, is hungry, он голоден, feed him, накорми его. If he's thirsty, если он жаждет, give him something to drink, напои его. What do you do? In so doing, делая это, you heap coals of fire on his head. Ты соберешь ему на голову горящие угли. You speed up God's judgment in the situation. Ты ускоряешь пришествие Божьего суда в эту ситуацию. Are you seeing this? Ты видишь это? See, now listen, judgment. Теперь послушай, суд. Doesn't always mean hail, fire, and brimstone. Не всегда означает ад, сера и все такое. It's the Greek word krima. Суд по-гречески крима. Which means decision. Решение означает это for слово. For or against. За или против. God's judgment, Божий суд, may be that that guy gets saved. Может быть, будет в том, что этот парень спасется. See, I'll tell you about a woman I know. Я расскажу вам об одной женщине, которую я знаю. For years and years, her husband was not saved. Много лет ее муж оставался не спасен. And of course, when a husband's not saved, he mistreats the wife. И, конечно же, не спасенный муж несправедливо, нехорошо обращается God с женой. God spoke to her one day. Бог однажды проговорил к ней. And he said, "How long are you going to keep your wife?" Or he said to the woman, "How long are you going to keep your husband from getting saved?" И он сказал этой женщине, сколько еще ты не дашь своему мужу спастись? She was shocked. Она была в шоке. She was a prayer warrior. Она была молитвенница. And the Lord showed her how. И Господь показал ей. She was hindering his salvation. Каким образом она препятствовала его спасению. She immediately obeyed God. Она тут же послушалась Бога. Stopped her doing what he told her she was doing. Она перестала делать то, о чем он сказал ей, что нужно прекратить. 2 months later, the guy got saved. Через 2 месяца этот парень спасся. And I've stayed in their house. He's really saved. Я жил у них в доме, он на самом деле спасен. Are you with me? Ты слышишь меня? She sped up the judgment of God. Она ускорила суд Божий. Do you know how many times we are holding back the judgment of God? Знаешь ты, как часто мы удерживаем Божий суд? Because of our intervention. Из-за нашего вмешательства. See, Peter goes on to say, look at verse Peter. This is going to get good. Watch this. Поглядите снова в Петра. Послание. He goes on to say, wives likewise be submitted to your own husbands. Он говорит, точно так же и жены будьте послушны своим мужьям. That even if some do not obey the word, they without a word may be won by the conduct of their wives. Chapter 3, verse 1. 3 глава, 1 стих. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову житьем, жен своих были без слова приобретаемы. See, that's exactly what I just shared with you about that wife. Это именно то, о чем я сейчас говорил вам насчет этой женщины. Okay, so you can see he talks about employees, then he talks about wives. Итак, вы видите, Петр говорит о слугах, то есть о тех людях, которым платят зарплату где-то на работе, он говорит Now, о женах. Let me say this. Теперь я скажу следующее. He says that the wife will win the husband by her submission. Он говорит, жена приобретет мужа своим подчинением. Let me make a very clear statement here. Я хочу здесь сделать очень ясное утверждение. The Bible teaches unconditional submission to authority. Библия учит беспрекословному, безусловному подчинению власти. It does not teach unconditional obedience. Но она не учит безусловному послушанию. Submission deals with our attitude. Подчинение — это твое отношение.
Obedience deals with our actions. Послушание — это твое действие. There is one time the Bible tells us not to obey an authority. Есть один случай, когда Библия говорит нам не быть послушным власти. And that is if authority tells us to do something contrary to what's written in this book. Это тот случай, когда власть говорит нам делать что-то против того, что написано в этой книге. You got that? Вы поняли это? Shadrach, Meshach, and Abednego. Седрах, Месах и Авденаго. Were under a king. Были под властью царя. Named Nebuchadnezzar. Навуходоносора, who, by the way, God called my servant, которого, между прочим, Бог называл мой слуга. Yet the guy was so disobedient, he ate straw like a wild ox. Хотя этот парень был настолько непослушен, что он траву жевал, как дикий бык. Но Бог называл его мой слуга. Because all authority is from God. Потому что всякая власть от Бога. Nebuchadnezzar makes a law. Навуходоносор издал закон. Builds an idol. Он поставил идола. Says, when the musical instruments play, bow down to the idol. И он сказал, когда будет играть музыка, кланяйтесь идолу. That violates the second commandment. Это нарушение второй заповеди. So Shadrach, Meshach, and Abednego did not obey the command. Итак, Седрах, Месах и Авденаго не исполняли этот They закон. Stood. Они стояли просто. The king hears about it. Царь узнает об этом. He's furious. Он в ярости. They're brought before the king. Их приводят к царю. And they look at him Они смотрят на and него say, your majesty, we will not obey your command. И говорят, ваше высочество, мы не исполним ваш приказ. Your majesty speaks of the utmost respect for his position. Слова вашего высочества говорят об их крайнем уважении к so его they, положению. They didn't lose their submission or respect. Они не оставили своего отношения подчинения. They just didn't obey his command to Они лишь не исполнили его приказ. Do you see the difference? Вы видите разницу? I get tired when people take this and pervert it. От тех ситуаций, когда люди берут эту книгу и извращают ее. And mess up the word submission and obedience. И перепутывают смысл слов подчинение и послушание. If a wife Если жена has an abusive husband, имеет мужа, который издевается над ней, and he's telling her to drink, он говорит ей пить, and watch triple X-rated movies, и смотреть всякие грязные фильмы. No. Нет. Do not obey. Не будь послушной. If the phone rings, если звонит телефон, and he says, "Tell him I'm not home." И говорит, скажи, что меня нет дома. She goes, "Honey." Она говорит, дорогая, я люблю I'm тебя. I'm submitted to you. Я подчиняюсь тебе. But I will not lie. Но я не буду лгать. You want to take the phone call? Пожалуйста, возьми трубку. Or do you want me to tell him you just don't want to take it? Или ты хочешь, чтобы я сказала, что ты не хочешь брать трубку? She keeps her submitted attitude. Нужно иметь отношение подчинения. But she does not obey his command to sin. Но ей не нужно послушаться приказам мужа, который толкает ее на грех. Ты слышишь меня? Are you with me? Ты слышишь меня? All right, now look at verse 9. This is where it gets, or 8. This is where it gets good. Посмотри 9 стих. Вот тут на самом деле очень хорошо. Finally, all of you. Verse 8, chapter 3. Наконец, будьте все. Be of one mind, have compassion for one another, love as brothers, tender-hearted, be courteous. Будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры. Look at verse 9. 9 стих. Not returning evil for evil. Не воздавая злом за зло. Look up at me. Поглядите на меня. Is that getting clear? Ясно становится. What do we read in Romans 12:17? Что мы прочитали в Римлянам 12:17? Do not return evil for evil. Не воздавайте злом за зло. Are you seeing what the Lord's trying to say to us here? Видели вы, что Господь пытается нам сказать здесь? Watch this. Смотрите. Or insult for insult. Ругательством за ругательство. But on the contrary, blessing. Напротив, благословляйте. In other words, другими словами, look up at me, поглядите на меня. When you're insulted, когда тебя ругают, when you're treated evil, когда с тобой поступают bless плохо, back. Благословляй в ответ. Speak well back. Говори хорошо Do в ответ. Something good back. Делай что-то хорошее в ответ. Are you getting this? Ты понял? Why? Почему? Watch this. Смотри. But on the contrary, blessing, напротив, благословляйте, knowing that зная, you are called to this, что вы к тому призваны. Stop there, look up at me. Остановитесь, поглядите на меня. There it is again. Вот снова это слово. Everybody say with a smile, Все скажите с улыбкой. This is my calling. Это мое призвание. What is it? Что это? To handle unfair treatment correctly. Переносить несправедливое обращение правильно. What is correctly? Что такое правильно? Bless them. Благословлять. Do good to them. Творить добро. When they mistreat you. Когда с тобой обращаются плохо. Why? Правильно. Read it again. Читаем дальше. Watch this. Смотрите. Verse 9, the whole verse. Весь стих 9. Not returning evil for evil. Не воздавая злом за зло. Now read this carefully. Читайте внимательно. Or insult for insult. Или ругательством за ругательство. But on the contrary, blessing. Напротив, благословляйте. Knowing that you were called to this. Зная, что вы к тому призваны. Why were we called to this? Почему мы к этому призваны? That чтобы you may inherit a blessing. Чтобы наследовать благословение. Now look up at me, look up at me. Посмотрите, look up at me. Посмотрите, посмотрите на меня. The next time, в следующий раз, an authority, когда человек, mistreats you, имеющий власть, doesn't treat you right, обращается с вами неправильно, you can jump, плохо, ты можешь jump, прыгать, прыгать, have a dance, танцевать. Why? Почему? Because God Потому что is setting you up. Под...
поднимает тебя, чтобы ты был благословен. Are you getting this? Ты понял это? He's setting you up. Он поднимает тебя. He's just setting you up. Он просто ставит тебя в такую позицию. Now listen to me. Слушай меня. If если you handle it correctly, если ты обращаешься в этой ситуации правильно с ним. So this is what I want to know. Вот почему я хочу знать. How many blessings? Сколько благословений? Have we missed? Пропустили мы? Because we defended ourselves. Из-за того, что защищались. How many tears? Сколько слёз? Are there going to be at the judgment seat of Christ? Будут у судного престола Христа. When Jesus showed us. Когда Иисус покажет нам. All the blessings we missed. Все благословения, которые мы пропустили. Because we defended ourselves. Из-за того, что защищались. I have a pastor on my board. У меня в совете есть один пастор. He was pastoring in Dallas, Texas. Он был пастором в штате. 5,000 people in his congregation. Даллас, 5,000 человек. He preaches on this one Sunday morning. Однажды он проповедует об этом. Man walks up to him. Подходит к нему человек. Says, pastor, I got to talk to you. Говорит, пастор, хочу с тобой поговорить. He said, sure. Конечно, давай. He said, pastor. Пастор. I am a junior executive. Я один, я сотрудник какой-то организации. For a very, very large insurance company here in Dallas, Texas. Очень, я важный сотрудник в одной страховой компании здесь, в Далласе. Now, junior executive. Этот, значит, сотрудник такого уровня. Means you're a high employee, high in authority. Это человек, облеченный высокой властью. Okay. And you're paid really well. Ему платят очень хорошо. And he said, pastor. Он говорит, пастор. I was the next one in line. Я стою на очереди следующий. To become vice president of this big corporation. На то, чтобы стать вице-президентом этой корпорации. And he said, everybody knew it. И он говорит, все это знали. And he said, the position came open. И он говорит, была вакансия на этот пост. And they gave it to another man. Но дали ее не мне, а другому человеку. Not me. Не мне этот пост дали. And there's only one reason why they gave it to the other man. Причина, почему достался этот пост не мне, а другому, была только одна. And Pastor Al said, why? Пастор спрашивает, какая? He said, because I'm black. Потому что я черный, отвечает он. And he's white. А он белый. And he said, that is discrimination. И он говорит, это дискриминация. And he said, pastor. Он говорит, пастор. We have legal recourse. Legal recourse. Legal, help me. Legal processes that I can go through to avenge myself from this wrong behavior. У нас есть законная процедура, как я могу себя защитить в этой ситуации. Is that good? You understand? Вы поняли? And he said, in fact, фактически продолжает. I was getting ready to start the legal recourse this week. Я собирался пойти в суд и обратиться, начать дело, завести дело на этой неделе. But after you preached this message, но после того, как ты проповедовал свою проповедь об этом, you messed me up. Ты мне спутал все карты. So the pastor looks at him. Пастор смотрит на него. And he says, do you want to do this God's way or do you want to do it your way? И спрашивает его, ты хочешь сделать это все по-божьи или по-своему? He said, well, I want to do it God's way. That's why I'm up here. Он говорит, я по-божьи хочу, поэтому я и пришел к тебе сюда. Because I love the Lord. Потому что я люблю Господа. But I need you to pray for me. Но я нуждаюсь в твоей молитве за меня. So Pastor Bryce said, okay. Пастор говорит, хорошо. Let's pray. Давай помолимся. So they prayed. Молятся. That was Sunday morning. Было воскресенье утром. Monday morning, you know what this guy does? В понедельник утром, знаете, что этот парень делает? He walks into the office first thing. Первое, что он делает с утра, он идет в офис. To this guy's office, who got his promotion. В офис того парня, который получил его место. Said, I want to be the first one here to congratulate you. И говорит, я хочу быть первым человеком, который тебя поздравит. For your new promotion. За твое повышение. And I want you to know, I'm going to be your best worker. И он говорит, я хочу, чтобы ты знал, я буду у тебя лучшим сотрудником. This guy was kind of like. Этот парень, он. Okay. Ну ладно, ладно. Because he knows. Потому что он знает. He's looking at the man. Он смотрит на того человека, who's supposed to have this. Который ему должен был бы сидеть в этом кресле. Weeks go by. Проходят недели за неделей. And nothing happens. Ничего не происходит. How many of you know? Кто из вас знает? God's deliverance always comes. Что Божье освобождение всегда приходит. But usually much later than what we expect. Но обычно гораздо позже, чем мы этого ждем. Okay. Хорошо. Weeks go by. Проходят недели за неделей. And this guy gets a call. Этому парню звонят. From a massive international insurance company, из большой международной страховой компании, who had a major branch office in Dallas, у которой в Далласе очень большой офис один. Their world headquarters were in Norfolk, Virginia. И их штаб-квартира в Северной Вирджинии. They call him, они звонят ему, and they say, "Listen." И говорят, слушайте. Our executives have done some mutual deals with you, and they've watched you. Наши служащие наблюдали, наше руководство наблюдало за вами. And we've been watching you for a long time, and we're very impressed with you. Мы следим за вашей карьерой уже дав-
давно, и вы произвели на нас сильное впечатление. We want to offer you a job to come work for us. Мы хотим предложить вам работу, чтобы вы работали на нас. He said to the guy on the phone. И он говорит. Said I'm not interested. Извините, я не заинтересован. I've been with this company for years. Я работаю в моей компании уже годами. I have clients. У меня есть клиенты. I have benefits. У меня есть. I have my reputation. Репутация в этой компании. I've worked years to build my reputation among these employees. Я уже много лет работал, чтобы заработать себе репутацию у этих моих. I do not want to start all over again. Подчиненных, я не хочу начать все сначала. I'm not into change. Я не хочу менять no, ничего. Спасибо, нет. They said, look. Они говорят, would you just give us one lunch meeting? Давай просто один раз пообедаем вместе. He said, I'm telling you, you're wasting your time. Он отвечает, я не хочу, чтобы тратили свое время впустую. They said, would you let us determine that? We really want one lunch with you. Они говорят, ну все-таки, пожалуйста, позвольте один раз с вами встретиться за обедом. All right. Он говорит, хорошо. So they go to lunch. Они идут обедать. They sit down. Садятся. They say, now look. Говорят, слушай, we really want to hire you. Мы на самом деле хотим взять тебя на работу. И снова все he это goes, излагают. Он отвечает им, я же говорил вам, вы будете тратить years, время впустую. Я уже годами работаю на свою компанию. Я не хочу устраивать себе все эти перемены. Мои сотрудники, подчиненные, уважают меня, я заработал have, у них репутацию себе. У меня есть разные clients. Привилегии, высокие привилегии в этой компании. Я не заинтересован в этих they переменах. Said, right, они отвечают ему, хорошо, давай сделаем так. We want you to go home, мы хотим, чтобы ты пошел домой, поговорил с женой, и чтобы ты после этого назвал сам нам зарплату, которую ты хочешь, чтобы мы and тебе then платили. We'll meet here again next week. И тогда на следующей неделе мы снова he здесь said, встретимся. Okay, but I'm not interested. Он говорит, хорошо, но я не заинтересован. So the whole week he didn't do anything. Целую неделю он ничего не делает. The night before the meeting, за один день до встречи he's complaining to his wife. Он жалуется жене. What am I wasting my time for? Куда я трачу время свое впустую? Я ничего не буду делать. Я не хочу никаких перемен. And then he looked at her. Потом смотрит на нее. He said, I got an idea. He said, I got an idea. И говорит, у меня есть идея. I'm gonna take the salary запрошу that I'm getting paid, ту зарплату, and I'm gonna multiply it by three. Которую мне платят сейчас, но умноженную на три. You have to understand, he's a junior executive. Вам нужно помнить вот о чем, что big он salary. Уже имеет высокую зарплату, как, multiplies it by three. Как человек высокого ранга, и он he умножает said, ее еще на три. They will laugh me out of the lunch table. И он говорит своей жене, за столом, за обеденным, они засмеют меня. That will end this whole thing. На этом все это закончится. So he does it. Так и делает. Next day he goes to lunch. На следующий день идет на обед. He sits down with them. Садится с ними. They said, did you and your wife talk over the salary you would like us to pay you? Они спрашивают его, так ты с женой поговорил насчет зарплаты, которую ты he хочешь получать yeah, от нас? Yeah, yeah, we did. Он говорит, да, мы поговорили. And he goes into his pocket to reach out the letter that he typed out. И тянет руку в карман, чтобы вытащить бумажку, на которой написана цифра. They said, no. Они говорят, нет. We don't want to see what you want us to pay you. Мы не хотим смотреть на ту цифру, которую ты ожидаешь от нас. First of all show you what we want to pay you. Мы хотим сначала сами тебе показать, что мы готовы тебе платить. So these guys slide the letter across the table. Поэтому этот парень так бумажку по столу передвигает. He picks up the letter. И они дают ему свою бумагу, он берет ее. Предлагают ему в четыре раза больше. Четыре раза больше, чем его зарплата нынешняя. Okay? Понятно. Now listen. Теперь слушайте. Listen, it's not over. Слушайте, это еще не все. When he sees that, когда он это видит, he goes into shock. Он в шоке. He just sits there and looks at it. Он сидит и смотрит. In shock. В шоке. They think они думают, that his silence, что его молчание, means that it's not enough money. Означает, что денег мало. So they up the salary a bunch more. Так что они еще увеличивают зарплату. And had a bunch more benefits. И еще разные другие привилегии им добавляют. This is a true story. Это на самом деле правдивая история. Finally, в конце концов, he gains his composure. He gains his composure. He gets a hold of himself. Он приходит в себя. He said, okay, guys. Он говорит, хорошо. He said, look. Смотрите. I'm a Christian. Я христианин. I'm going to take this home, and my wife and I are going to pray about it. Я возьму ваше предложение домой, мы с женой помолимся. They said, fine, you just get back with us. Они говорят, ладно, хорошо, самое главное, дай нам знать. So they go home, they pray about it. Он идет домой, они молятся с женой. And God speaks to both the husband and the wife. И Бог говорит и мужу, и жене. And God said, you committed your case to me. И Бог говорит, ты предал свое дело мне. This is my vindication. Это мое отмщение. This is my promotion for you. Это мое продвижение тебе. Accept this job. Прими эту работу. And do you know what? И знаете что? Today, сегодня, 15 years later, 15 лет спустя, he's not in Dallas. Он уже не в Далласе. He's at the world headquarters in Norfolk.
Он в Норфолке, это там, где главная мировая штаб-квартира. И он один из высших руководителей этой корпорации. Now, теперь, вот чего я хочу спросить. Что произошло бы, если бы он подал в суд? Yeah, he might have won. Он, может быть, выиграл бы свое дело. But he wouldn't be where he is today. Но он не был бы сегодня там, где он находится. Let me tell you something. Я кое-что скажу вам. I've seen people Я видел людей, defend themselves, которые защищали avenge себя, themselves, которые мстили за and себя they win. И побеждали, выигрывали. And, but you know what? Но знаете что? They're never the same again. Они уже не те, что были. They got a little scar in their spirit. На их духе шрам. They lose their sweetness. Они потеряли нежность. They may even win. Возможно, они выиграли дело. But they've lost that sweetness. Но они потеряли чувствительность. They've missed the promotion that God was setting them up for. И также они упустили то продвижение, которое Бог приготавливал для них. See, now look at verse 13. 13 стих. Peter says, "And who is he who will harm you if you become a follower of what is good?" И кто сделает добро вам, кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Now look up at me. Посмотрите на меня. Do you know what he's saying? Что он говорит здесь? He's saying, "Hey, man." Он говорит, ребята. If you get this in you, если вы возьмете это в себя, what can anybody do? Кто что вам сделает? To you. Вам. Anytime they mistreat you, любой раз, когда вас кто-то с вами кто-то плохо обращается, setting you up to get blessed. Бог просто хочет дать вам благословение. See, listen. Послушайте. That's why Jesus said. Вот почему Иисус сказал. They want your shirt. Рубашку у тебя хотят взять. Give them your coat. И пиджак еще отдай. How can they steal from you, потому что как же смогут они у тебя украсть это, если ты сам отдаешь? See, let me tell you something. Слушайте, я кое-что скажу. Oh, about 4 years ago, примерно 4 года назад there was a guy, был один человек, who made a statement about me. Который что-то сказал Now, обо мне. This is a very influential man. И человек был очень влиятельный. Makes a statement about me to two other very big ministries. И он двум другим очень влиятельным служителям сказал что-то обо мне. And that statement, и то, что он сказал, in a couple days, через пару дней, cost us $10,000, just like that. Это нас подставило на $10,000 в один Now, момент. My administrator, мой администратор, called me, позвонил мне, and told me about this. И сказал об этом. I was in an airport, я был в аэропорту, getting ready on, to get on a plane. Собирался уже садиться в самолет, to fly to Sweden, чтобы лететь в Швецию, проповедовать Ульфа. And I'm so glad, я так рад. He told me that, и тут он говорит это мне. Right before I got on the plane, прямо перед посадкой в самолет. 'Cause I couldn't do anything. Я уже ничего не могу сделать. 'Cause I was so mad, I thought I was gonna spit. Я так разозлился, что готов был плеваться. Okay? Понятно, да? So I couldn't do anything. И сделать-то ничего не могу уже. It was a lie, ложь, во-первых. And it cost us thousands of dollars. И это стоило нам, эта ложь стоила нам $10,000. Because when I got on that plane, и когда я сел в самолет, I went to sleep. Я заснул. And you know what I've learned? Знаете, что я понял? If God can't talk, if God can't get your attention when you're awake, если Бог не может привлечь твое внимание, пока ты бодрствуешь, Он начинает говорить с тобой, когда ты спишь. И я проснулся в этом самолете в Стокгольме, в Швеции, и сказал, что я делаю? Я на все это вообще неправильно смотрю. Да, меня обокрали. И да, я могу, конечно, потребовать семикратного возвращения. Я могу все это сделать, сказал я себе. Или... я могу отдать And I said, if I give it, и если я отдам это все, Jesus said, there's a hundredfold. Иисус сказал, что будет стократный урожай. Plus, there's no more sting that I've been stolen from. И также не будет этого жала, so, you know, I что меня обокрали. Talked to my wife about it. Я поговорил с женой, Talked to my pastor about поговорил с моим пастором. We all loved it. Мы все, so Lisa and I, нам всем понравилась эта идея. Мы с Лизой said, Father, сказали, Отец, we just sow this in Jesus name. Мы сеем эти деньги во имя Иисуса. And I was all happy. И я так обрадовался. No more sting. Все это из моего духа жало ушло. Через 10 дней одна пара приходит ко мне домой, которая живет от нас на расстоянии более 1000 миль. Они стучатся в мою дверь, отдают мне карточку, пару минут говорят и уходят. Я открываю конверт. Там чек на $10,000. Я говорю, однократное воздаяние пришло, еще придут 99, тогда я буду совсем счастлив.
What can he do to you? Что тебе можно сделать? See, this is what Jesus means. Понимаешь, именно это Иисус имеет в виду, когда он говорит: "Hey, эй, are they demanding you to walk their colt 1 mile? Они просят, чтобы ты с ними прошел милю? Take it 2 miles. Так две пройди. Why? Почему? They can't make you their slave. Потому что они не могут сделать из тебя своего раба. When you become their servant. Когда ты становишься их слугой. Because it was law. Потому что это был закон. That a Roman citizen could make a Jew walk their colt 1 mile. Закон такой, что римлянин мог заставить еврея пройти вместе с ним одну милю. Jesus says, "Hey, man." Иисус говорит: ребята, не будьте никому рабами, но будьте слугами всех и отдавайте людям. Как у тебя можно украсть милю, если ты готов дать две? Ты видишь это? Because the slave does the minimum requirements. Потому что раб делает минимальное то, что требуется. The servant does the maximum potential. А слуга по максимуму отдает. The slave has to. Раб обязан. The servant gets to. Слуга хочет это сделать. I'm preaching myself happy. Я себя в радость вгоняю своей проповедью. Ты понял это? See, this is what Jesus means when he says, if they curse you, bless them. Вот что Иисус имеет в виду, говоря: если тебя проклинают, благословляй. If they abuse you, pray for them. Если с тобой плохо обращаются, молись о них. He is telling this for more for your sake. Он говорит, что все это больше полезно тебе. It keeps you free. Потому что это хранит свободным тебя. And keeps you set up for the blessing. И это оставляет тебя в положении, чтобы принимать благословение. See, this is this whole book. Понимаешь, вот вся эта книга. Look at verse 18. Гляди 18 стих. For Christ also suffered once. Потому что Христос, чтобы привести нас к Богу. Однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. Мой старший сын однажды чего-то не получил. То, что получил мой второй сын. Моему старшему было 7. Младшему брату было 4. Он смотрит на мою жену. Он говорит: мама, это нечестно. Жена моя, она очень такая пророческая женщина. Поворачивается и говорит: Эдисон, life's not fair. Жизнь несправедлива. And he looks at her like, он смотрит на нее вот такими глазами. You're my mom? И ты моя мама? And she said to him, и она говорит ему: she said, tell me, Addison, скажи мне, Эдисон, was it fair, было ли справедливо, that you were supposed to be judged, что ты должен был быть осужден and burn in hell forever? И гореть в аду вовеки. But Jesus didn't do one thing wrong. Но Иисус, который вообще ни разу ничего не сделал плохого, your punishment. И взял на себя твое наказание, so you wouldn't have to. Чтобы тебе не пришлось, she said, is that fair? В аду быть. Она спросила: это справедливо? He goes, no. Нет. She said, life's not fair the way you think fair is fair, but it is just. Она отвечает: сынок, жизнь несправедлива так, как ты понимаешь справедливость, но все-таки жизнь справедлива. Now I'll wrap this up in a couple minutes. Я через пару минут закончу. Look at chapter 4, verse 1. It's the whole chapter. Стих 1 в главе 4. Therefore, итак, since Christ suffered for us in the flesh, как Христос пострадал за нас плотью, arm yourselves. То и вы вооружитесь. Everybody say, arm yourselves. Скажите: вооружитесь. Also with the same mind. Той же мыслью. For he who has suffered in the flesh, ибо страдающий плотью перестает грешить. Now look up at me, please. Пожалуйста, поглядите на меня. There is so much in that one verse. В этом одном стихе так много. Now, therefore, since Christ suffered for us in the flesh, итак, поскольку Христос пострадал за нас, what is the suffering he's talking плотью, about? О каких страданиях здесь говорится? It is not sickness. Это не болезнь. It is not disease. Это не немощь. Please, let's read it in context. Пожалуйста, давай читать это в контексте. He was unfairly treated by authorities. Христос пережил несправедливое обращение с собой со стороны властей. Вот о каком страдании здесь now, Петр говорит. Notice, обратите внимание, says, что он говорит: вооружитесь. Say, все скажите: вооружитесь. Say it again. Еще раз. Can I say this? Можно я скажу так? Most believers, большинство верующих, this is what's sad, вот что печально, are not armed to suffer. Не вооружены для страданий. Я скажу так. Can you imagine, можешь ли ты представить себе a military going to war, военного человека, который идет на войну, with no guns, без пистолета, no knives, без ножа, no bullets, без пуль, no boats, без всякой амуниции, no rockets, без ракет, no без, arms. Без лодок, без ничего, I mean, like, безо всякого вооружения. That's like stupid, you know? Это же глупо, не right? так ли? Правильно? But that's how stupid it is, но настолько же глупо for a Christian, христианину not to be armed, не быть вооруженным to suffer unfair treatment, для несправедливого отношения к себе, especially from an authority. Особенно со стороны властей. But can I say this? Можно ли я скажу так? Most believers I've met,
Большинство верующих, с которыми я встречал, они не вооружены этой мыслью. You want to know what happens? Знаете, что происходит? When they're mistreated, когда с ними обращаются несправедливо, they're not armed, и по той причине, что они не вооружены, they go into a state of shock, они испытывают шок, bewilderment, расстройство, непонимание, or they're amazed. Или они в изумлении. Are you with me? Вы слышите меня? How could this be? How could they treat me like this? Как это со мной могли так поступить? Because they don't realize they're called to this. Потому что они не понимают, что они к этому призваны. So they react. И поэтому они реагируют. Instead of act. Вместо того, чтобы действовать. Now let me give you a classic example. Классический пример привожу. Of somebody that's armed. Человек вооружен. And somebody who's not armed. Другой не вооружен. I fly a lot of miles. I fly a lot of airline miles. Я очень много летаю на самолетах. And I've talked to a lot of pilots. И я очень со многими пилотами разговаривал. And you know what they do with these commercial airline pilots? Знаете, что делают пилоты коммерческих авиалиний? Every 6 months. Каждые 6 месяцев. They send them into a flight simulator. Их посылают на специальный курс. На симулятор. Now a simulator. A simulator. На тренинг. It's just a big, massive computer. Это просто большой компьютер. That when that pilot sits down in that thing. Когда пилот сидит там за этим компьютером. You can't tell if you're in a real plane or in a simulator. Невозможно отличить, ты сидишь за реальным штурвалом или за симулятором. And for 3 days. И 3 дня. They throw every catastrophe that can hit an airplane at those pilots. Этим пилотам устраивают всевозможные катастрофические ситуации, которые только могут быть. Wind shear. Когда заклинивают крылья, когда мотор что-то перестает работать. All kinds of disasters. Самые разные неприятности. And you know, these pilots get used to these disasters. И эти пилоты приучаются вести себя в этих ситуациях. They're arming those guys. Люди вооружают тем самым своих пилотов. Do you know, there are a lot of airplane accidents that are averted. Знаешь ли ты, что очень много предотвращено различных аварийных ситуаций? Because those pilots are trained. Благодаря такой тренировке пилотов. They're armed. Они вооружены. Now, let me say this. Теперь я скажу так. There are times есть ситуации, когда самолет терпит катастрофу. When they recover the black boxes, когда достают черный ящик, you can hear the people in the cabin screaming in panic. Слышно крики, как люди кричат в кабине пилота. They're unarmed. Они не вооружены. The pilots, пилоты, pull up the flaps. Они pull up the flaps. Тянут на себя руль и check. Проверяют. Feather the engine. Check. Проверяй мотор. Do this. Check. Делай это. Делай это. Check. Делай это. Check. Проверь тут. These guys are in control. Эти люди, которые говорят, ведут себя так, они управляют самолетом. The whole way. До конца. You don't hear panic in their voices. Они полностью держат ситуацию под своим контролем. Passengers are screaming. Но что слышно, когда достают черный ящик, как все кричат? They're in total control right up to the crash. Пилоты полностью контролируют ситуацию, хотя пассажиры кричат. They're armed. Они вооружены, эти пилоты. Люди в самолете, what, в салоне не вооружены. What am I doing tonight? Что я сегодня делаю? I'm arming you. Я вооружаю вас. Do you understand? Вы понимаете? I'm arming you to what we're called to. Я вооружаю вас, чтобы вы были приготовлены к тому, чему мы призваны. Because Peter says, потому что Петр говорит, he who suffers in the flesh, страдающий плотью, unfair treatment, несправедливым обращением, has ceased from sin. Перестает грешить. Now, what does it mean, cease from sin? Что это значит, перестает грешить? It means they've reached complete spiritual maturity. Это означает, что он достиг полной духовной зрелости. Are you getting this? Вы поняли? How many of you know that we grow spiritually like we grow physically and intellectually? Кто из вас знает, что мы растем духовно точно так же, как мы растем физически и интеллектуально? Give me 5 minutes to talk about this. Я еще 5 минут об этом только скажу. All right. What is physical growth limited to and in a function of? От чего, чем определяется физический рост? От чего он зависит? Tell me. Скажите мне. What are they saying? Time. Somebody said it. Time. Кто-то сказал время. You've never seen a 2-year-old 6 feet tall. Никогда не бывает так, что 2-летний ребенок ростом 6 футов. Right? 180 okay. сантиметров. Limited to time. Он ограничивается и зависит от времени. What is intellectual growth limited to? Чем ограничен, чем определяется интеллектуальный рост? Is it a function of time? Он зависит от времени? No. Нет. Because why? Почему? You have 18-year-olds that have graduated from university? Есть 18-летние люди, которые вышли уже выпускники университета. And you have 50-year-olds who haven't. Но есть также 50-летние люди, которые не получили высшее образование. Intellectual growth is a function of learning. Интеллектуальный рост — это функция обучения. Он зависит от знаний, от обучения. To second, to third, to ты переходишь из первого класса во второй, в третий, в четвертый и так далее. Right? Правильно? Spiritual growth. Духовный рост. Is it a function of time? Он зависит от времени, он им определяется? No.
Нет. There's people been saved 1 year, they're giants. Есть люди, которые год спасены и уже гиганты. Other people been saved 20 years. Другие спасены 20 лет. And they still make the most noise in the church and still wear spiritual pampers. И они все еще от них больше всего шума в церкви, они до сих пор носят духовный памперс. Is it a function of learning? Является ли духовный рост функцией обучения? Is it a function of learning? Определяется ли он обучением? The Pharisees could quote the first 5 books of the Bible from memory. Фарисеи первые 5 книг Библии цитировали по памяти. They can't recognize the Son of God. He's casting out a devil right in front of their face. Но они не смогли узнать Сына Божьего, когда Он прямо у них перед носом изгонял бесов. There are some people today quote the Bible from memory. Есть такие люди, которые сегодня на память всю Библию могут процитировать. They wouldn't recognize the Holy Spirit if He came in with a red hat on and a cape. Но если Святой Дух войдет в телесном виде с красной шапкой, они не узнают его. So what? Поняли? So what is spiritual growth a function of? Вопрос: чем же определяется духовный рост? Right there. Вот тут. Suffering. Он определяется страданиями. Everybody say suffering. Все скажите страдания. But now hold it. Минутку, стоп. I know people that have suffered. Я знаю людей, которые пострадали. And they're bitter. И они горькие, огорченные. So there's another key element. Они в горечи, поэтому есть еще один ключевой элемент. There's another key element. Есть еще один ключевой элемент. You find it in Hebrews 5, verse 9. И он находится в Евреям 5, стихе 9. I'll quote it. Я процитирую это. It says, though he was a son, хотя он и был сын, he learned obedience. Он научился послушанию. By what he suffered. Тем, чем пострадал. Spiritual growth comes духовный рост приходит, when we're being unfairly treated, когда с нами нехорошо обращаются, and in the midst of it, и посреди этого, we still choose to obey God. Мы, тем не менее, выбираем послушаться Бога. It's easy to obey, очень легко слушаться, when everybody's saying nice things about когда you, все о тебе говорят все самое приятное. They're treating you well, они с тобой хорошо обращаются, или плохо обращаются, and you still choose to bless, но все-таки ты выбираешь благословлять. That's when you grow. И в этой ситуации ты и растешь. That's what Jesus meant. Это то, что имел в виду Иисус. Благословляйте гоняющих вас, гонящих вас. Молитесь за оскорбляющих вас, чтобы вы стали зрелыми сынами. That's the Greek word, mature sons. Именно это означает греческий оригинал, зрелыми сынами. Best example I can give you, последний пример, который я дам вам, in the natural, в человеческих отношениях, is weightlifting. Это тяжеловесы, которые поднимают вес. Okay, 8 years ago, штангисты. 8 лет назад I weighed 20 pounds less. Я весил на 20 фунтов меньше. And I almost fainted on a platform. И на сцене я чуть ветром меня не сдувал. So I said to my wife, that does it, I'm going to start going to the gym. Я сказал жене, все, хватит, начинаю ходить в качалку. So there was a WWF wrestler who lived right next door to us. Рядом с нами жил... WWF, a wrestler. Жил один... Big guy. Качок. You know, okay? His arms are as big as my legs. У него... Бицепсы такие, как у меня ноги. And I said, hey man, I said, will you train me? Я зашел к этому соседу качку и говорю, слушай, будь моим тренером в качалке. Да. And I learned. И я понял. When I got around these guys. Когда я начал крутиться в обществе этих парней. It's not just putting these light weights on the bar. Что это не просто в том, чтобы потяжелее штангу нагрузить. And pushing it up 15 times. И 15 раз ее отжать. It builds muscle. Чтобы мускулы накачать. А что они делают? Они много, большой вес ставят себе. И выжимают его 2 или 3 раза. И где-то на третий раз в них все просто кричит, не могу уже отжать. Но эти парни, которые стоят вокруг лавки, где он лежит и выжимает, они кричат, жми! Кровеносные сосуды начинают чуть ли не лопаться. Лицо краснеет. И что-то на внутри пушит. И что-то внутри них выжимает все-таки эту штангу. В этой-то ситуации, вот таким образом, мышцы как раз и растут. Когда я только начал качаться, я мог отжимать от груди только 60 килограмм. Is that right? 60 kilos. Ну, так. Okay. Then I went to 65 kilos. Потом на 65 перешел. 70 kilos. На 70. 75 kilos. 75. 80 kilos. 80. And I got stuck at 80 kilos. Застрял на 80. Couldn't do anymore. Больше не мог выжить. Couple years ago. Пару лет назад. I'm in Fresno. Я. And these guys look at me. Я. They say you can bench 100 kilos. И он один человек говорит мне, ты можешь 100 отжать. I said you're nuts. Ты с ума сошел, you're говорю crazy. Ему. Ты ненормальный. I can't do 100 да не могу я 100 выжить. They said, shut up, get on the bench and we'll spot you. Мне говорят, заткнись, ложись на скамью и жми. Okay. Ладно? So I got down on the bench, ложусь. And I pushed it up. И выжимаю 100. I was so excited. Я в таком восторге. I said, I benched 100 kilos. Ого, 100 отжал. So we were at lunch that afternoon. Мы обедаем потом. I said, you know what? Знаешь, что говорю? You're like the Holy Spirit. Ты как Дух Святой. He said, what? Что? I said, yeah, you're just like the Holy Spirit. Я говорю, да ты как Дух Святой. I said, what do you mean? Что это, I said, что the такое? Bible says, Библия говорит, no temptation has come against me. Что
не с иным искушением я столкнулся, как с человеческим. Не с таким, который не могу перенести. Потому что Бог знает, что я могу вынести. Я говорю ему, Дух Святой, Он знает, насколько меня хватит. Я говорю, ты знал, что я справлюсь с этим весом. Год тому назад я еду в Мичиган. Number one powerlifting coach in the United States. И там самый знаменитый в Соединенных Штатах тренер по выжиманию тяжести. You can bench 125 kilos. И он говорит мне, ты можешь выжать 125. С ума сошел, отвечаю. Ты нормальный. Ляг на скамейку, заткнись и жми. I pushed it up. И я выжил. I said, wow. Я сказал, что? Okay. So I go back last November. Возвращаюсь в ноябре прошлого says, года. You can do 150 kilos. И он говорит мне снова, ты можешь 150 выжать. You are really crazy, man. Я говорю, слушай, мужик, ты с ума сошел уж точно. Вчера вечером, говорит он мне, я во сне видел, как ты можешь это выжать, а я весь тот вечер проповедовал о Духе Святом. I pushed up 150 kilos. И я выжил 150. I was so excited. Я был в таком восторге. Now, what am I saying? Что я говорю? These guys, эти парни, are like the Holy Spirit. Они как Дух Святой. They know what you can handle. Они знают, с чем ты можешь справиться. Are you with me? Ты слышишь меня? Now, have you ever read in the Bible, ты когда-нибудь в Библии теперь читал, where Paul says, что Павел пишет, by this time, на это-то время, you ought to be, а, извините, к этому времени teachers, вам уже нужно быть учителями, but we gotta give you the baby stuff again. А мы вас кормить должны по-прежнему тем, что детям дают. Let me show you what I'm talking about. Позвольте, я вам покажу, о чем я говорю. In the spirit, you're benching. В духе ты жмешь этот вес. 75 килограмм. And God says, и Бог говорит, I got this job. У меня есть эта работа для It's тебя. Gotta be done. Ее нужно сделать. In my harvest field. Жатва oh, созрела на полях. Man, souls are gonna come in. Души должны прийти. But it's gonna carry, но кто-то должен 95 kilos of persecution. Нести их, и так, что это будет как 95 килограммов гонений. I know you've only taken 75, я знаю, что ты жмешь только 75, but you're ready for it. Но ты готов к этому. So God launches you into this project. И Бог хочет, чтобы ты дошел до сюда. And they start speaking out against you. И люди начинают говорить что-то против тебя. And you go, meh, 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 а ты вот так вот реагируешь. Defend yourself. Защищаешься. And God goes, и Бог говорит, back to 70 kilos. Обратно на 75. Then God says, Бог говорит, okay, you over here. Ну ладно, ты I know you've only benched 80. 75. Я знаю, что ты, это выжимал. Но теперь it's 110 kilos. Дело есть. На 110 килограмм. Гонения ждут тебя. I know you can handle it. Я знаю, что ты справишься с ними. Souls are gonna come in. О, столько людей, в конце концов, пойдет Царство Божие в результате. You know? И ты? And they start talking about you. И что-то дальше and начинается. Люди начинают про тебя говорить, сплетничать. Now they're doing mean things. И не просто сплетничать, они теперь уже гадости начинают делать. А у нас права есть, ты отвечаешь. И так далее. God goes, Бог back to 70 kilos. Говорит, обратно на 75. Now, can you hear the apostle Paul? Ты слышишь апостола Павла? By this time, поэтому к этому you времени ought to be, вам надлежало, but I gotta give you the 70 kilos again. А я вам должен на 70 кило давать. Are you seeing this? Понимаете? See, let me tell you something. Я кое-что скажу вам. When I first started bench pressing 8 years ago, когда я 8 лет только начал заниматься жимом, I could only do 60 kilos. Меня хватало только на 60. If you would have put 150 kilos on that bar, если бы ты на эту штангу навесил блины так, чтобы всего было 150 кг, would have come crashing down into my chest and broke every rib. То штанга просто упала бы мне на грудь и сломала бы мне всю грудную клетку. Я не смог бы вынести этот вес. But I pushed it up last November. Но в прошлом ноябре я выжил его. Now, let me tell you what happened to me. Я расскажу вам кое-что еще. Remember, I shared with you what happened to me with my youth pastor? Вы помните, я рассказывал? Excuse me, when I was youth pastor with my administrative pastor? Вы помните, я рассказывал вам сегодня историю о том, как я был молодежный пастор, и у меня был администратор? Remember? Помните, да? 15 years ago. 15 лет тому назад со мной было. Can I tell you something? Можно кое-что вам скажу? That was everything I could handle. Это было все, что я тогда мог перенести. Those 4 months I was praying like I had not prayed in a long time. Те 4 месяца я молился так, как я уже давно не молюсь. It was everything I could handle. И это было просто максимум моих возможностей. Он ругал меня по имени перед всем штатом, перед всей церковью. Можно кое-что еще добавить? Несколько лет назад мое имя ругали не в моей церкви. Его, мое имя поносил один человек на 3 континентах. If that would have happened to me, если бы такое со мной произошло 15, ago, 15 лет назад, it would have been like the 150 kilos that would have come crashing down. Для меня это было бы как 150-килограммовая штанга, которая раздавила бы мою грудь. I wouldn't have been able to bear it. Я не справился бы с этим. God is saying, I'm trying to get you to where you can handle these. Бог говорит, я пытаюсь привести тебя к такому состоянию, когда ты сможешь вынести все это. In the military, in the U.S., в американской армии, we have special forces. У нас есть специальные Delta подразделения. Delta. We have the Green Berets.
The green berets. У нас есть зеленые береты. The Navy SEALs. У нас есть военно-морская пехота. Let me tell you about these guys. Морская пехота. Я расскажу Their вам про этих ребят. Training Они тренируются. Is much more intense. Намного более интенсивно. Than the average foot soldier. Чем обычные солдаты пехота. Why? Почему? Because they're going to the most difficult places. Потому что их пошлют в самые трудные места. When we got the hardest jobs. Когда у нас будет самая трудная работа. In war. На войне. We send in the special forces. Мы посылаем специальные силы. God is saying. Бог говорит. I need green berets. Мне нужны зеленые береты. I need Navy SEALs. Мне нужна морская пехота. In the spirit. В духе. Who can bench 150 kilos? Которая сможет выжить 150. 185 kilos. 185. Because I've got places. Потому что у меня есть такие места. For people to go. Куда люди должны поехать. It's going to carry this kind of persecution. И они там должны будут сталкиваться с такими гонениями. But if you don't let me grow you to that place. Но если ты не позволишь мне вырастить тебя и подвести тебя к этому весу, I can't send you. Я не смогу послать тебя. See, let me tell you something. Я кое-что еще скажу. When that guy slandered me, когда те люди ругали меня, and I heard it from three different continents, и я слышал эти сплетни на трех континентах, I went to my board member. Я поехал к своему совету. The one I told you about earlier, Pastor Al. Я подошел к одному из членов моего совета, о котором я уже рассказывал вам, Пастор Эл. I said, I just need you to hear me out and walk me through this. I think I know what to do, but I just got to make sure. Я сказал ему, Пастор, я хочу, чтобы ты выслушал меня. Я знаю, что мне делать, но я просто хочу, чтобы ты выслушал меня. And I let him encourage me. Я позволил ему просто воодушевлять меня. And by the way, what's really sad is that guy's church split. И то, что that's his church. Yeah, the guy that slandered me. The guy that slandered me. Тот человек, это очень печально. Тот человек, который меня ругал, его церковь раскололась. But anyway, that's not what's important. Но это не такая важная деталь. Pastor Al looked at me. Пастор Эл посмотрел на меня. And he said, "You know what you need to do, John?" И сказал, Джон, ты знаешь, что тебе нужно? I said, "What?" Что тебе нужно делать? He said, "You need to learn from Mr. Moon." Тебе нужно поучиться у мистера Муна. I said, "Mr. Moon?" От мистера Муна? I said, "What are you talking about?" О чем ты говоришь? He said, "Oh yeah." Да. He said, "Every month." Каждый месяц. The moon comes up. Не мистер Мун, луна. And it's full. Луна каждый месяц она поднимается, она полная. And he said, "Every dog." И каждая собака. Every coyote. And every wolf comes out and howls at it. Каждая собака и каждый волк они вылезают и начинают выть на эту луну. He said, "But the moon." Но луна. Does not answer one of them. Ни одному из них не отвечает. It just keeps shining. Она просто продолжает светить. He said. Он сказал. He said, John. Луна, Джон. Just keep preaching. Продолжай проповедовать и все. And God took care of that situation. И Бог позаботился об этой ситуации. Here's the sad thing. И вот что печально. Many believers Многие верующие are walking around они ходят with a sword in their heart. С мечом в своем сердце, It's called the sword of vengeance. Который называется меч возмездия. They talk, они говорят, they manipulate они манипулируют to get even. Для того, чтобы свести счеты. They even do things. И они даже делают какие-то вещи. They spew bitter waters. И они просто изрыгают горечь. Offensive words. Оскорбительные слова Come out of their spirits. Выходят из их духа. They don't even realize. И они даже не понимают. They're taken captive of the enemy. Что они в плену у врага. Even though they're born again. Хотя они рождены свыше. Somebody says, "But you don't know." Кто-то говорит, но ты не знаешь. What they did to me. Что они мне сделали? No, you Нет. don't realize what you did to Jesus. Но ты еще не понял, что ты сделал Иисусу. A person that cannot forgive. Человек, не способный простить. Is a person that's forgotten what they've been forgiven of. Это человек, забывший о том, что ему прощено было. We deserved Мы заслужили hell, ад. But Jesus forgave us Но Иисус простил нас. Before we ever said, прежде чем мы вообще что-то сказали о том, что мы сожалеем. I've heard believers say, Потому что я слышал, как говорят верующие. I'll forgive them when they apologize. Я прощу их, когда они извинятся. Если бы Иисус ждал твоих извинений, Он бы тебя никогда не простил бы с креста. Потому что когда Он сказал, Отец, прости их, они не знают, что творят. He wasn't just talking about the soldiers and the Jews. Он говорил не просто о солдатах и о евреях. He was talking to the next generation, Он говорил о следующих поколениях и о следующем поколении. Right down to you and me. Таких людей, как мы с тобой. Потому что это мы пригвоздили его туда. Он простил нас. Said, прежде чем мы вообще что-то сказали. Типа, я сожалею. God Бог needs an army, нуждается в армии, that is free from offense, которая свободна от обид, free from bitterness, свободна от горечи, free from vengeance. Свободна от мщения. He will have that army. И он получит такую армию.
Аминь. Аминь.